За новогодние праздники из Сочи вывезли 4000 тонн отходов. Цифра достаточно большая, ведь курорт на каникулах посетило более 500 000 туристов. Без перебоев с вывозом мусора за это время не обошлось. Но представители регионального оператора заявляют, что в самое ближайшее время возьмут ситуацию под полный контроль. В связи с новогодними праздниками, конечно, не успели немножко еще докупить техники. Сейчас докупаем в связи с тем, что были праздники. И будем работать уже в полном объеме. Компания «Крайжилкомресурс» занимается договорами на вывоз ТБО, а сбором и транспортировкой отходов на полигоны в край – выигравшее тендер предприятие «Профисервис». Сейчас у подрядчика 70 современных машин, купить осталось еще 15. Нам поступает ряд звонков, фотографий, то есть мы как бы владеем ситуацией, моментально реагируем, передаем данные нашему подрядчику в отдел логистики для формирования маршрутов. Когда полностью будет вычищен город, у нас будет стабильная работа по графику с достаточным количеством техники и своевременным вывозом. А на территории бывшего мусорного завода на улице Транспортная через полгода запустят новое оборудование по сортировке отходов и, что важно, их компостированию. Такие линии уже успешно работают в крупных городах нашей страны. На этой линии будет производиться отбор органики автоматически. Эта органика должна засыпаться в ванны компостирования, так называемые, из которого производится компост, компост, грунт технически для пересыпки полигонов. Новое оборудование позволит на 40% сократить объем мусора, а значит уменьшить нагрузку на дороги при его вывозе на полигон в Белореченск. Что касается регионального оператора, сейчас компания занимается заключением договоров с юрлицами и управляющими компаниями. Но сочинцам перезаключать договоры не нужно. Физическим лицам, населению города Сочи, будет автоматически заключен договор на оказание коммунальной услуги, после чего будет направлена квитанция для оплаты. А вот тарифы на вывоз отходов все-таки незначительно повысятся. Сейчас это 249 рублей, а уже в феврале за вывоз отходов придется заплатить чуть более 255 рублей с человека.